Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 30 января 2017 года. Мы подводим итоги конкурса репостов нашей группы ВКонтакте. Победитель конкурса получает iPhone 6. А победителя мы будем определять с помощью генератора случайных чисел. Итак, напоминаем, что по условиям конкурса было необходимо подписаться на нашу группу ВКонтакте «Вологодский Северный Лес» и сделать репост этой записи и обязательно закрепить ее у себя на стене. Итак, генератор случайных чисел. Генератор случайных чисел выявил нам победителя. Заходим на ссылку, смотрим. Вот этот человек не может стать победителем по той простой причине, то что запись у него не закреплена. Поэтому мы выбираем следующего победителя. Итак, кто же этот счастливчик? Итак, Анастасия Андреева. К сожалению, у Анастасии запись была тоже не закреплена. Поэтому Анастасия тоже не может стать обладателем айфона. Соответственно, пробуем еще раз. Итак, смотрим, кто же этот человек. Павел. К сожалению, Павел тоже не может стать обладателем айфона по той простой причине, то что он тоже не закрепил запись у себя на странице. Пробуем еще раз. Смотрим. Елена и Дмитрий. Очень интересно. Итак, Елена и Дмитрий, они закрепили запись репоста у себя на странице. Поэтому Елена и Дмитрий становятся победителями конкурса репостов. С чем мы их и поздравляем. Уважаемые Елена и Дмитрий, поздравляем вас с победой в конкурсе репостов и с выигрышем iPhone 6. Также мы приглашаем вас к нам в офис для того, чтобы мы могли вручить вам ваш подарок.